С 1 января 2019 года в силу вступил закон о раздельном выбросе мусора. Сортировать отходы нужно обязательно, ведь иначе в самом ближайшем будущем может возникнуть настоящий экологический коллапс. Так, мусоровывозящая компания «Хартия» на практике продемонстрировала нашей съемочной группе, как теперь вывозят и разделяют мусорные отходы в Щелковском городском округе. На этой контейнерной площадке предоставлены два типа баков – серый и синий. Эти баки установлены, по сути, на всех контейнерных площадках в городе Щелково. Синие баки для РСО, это для сухих так называемых отходов, четыре основные фракции – пластик, стекло, бумага, металл. То есть жители могут в эти контейнера складировать именно вот те отходы, которые они у себя дома уже, скажем так, выделяют из общего объема отходов. И серые баки – это уже так называемые для мокрых, для смешанных отходов, твердокоммунальных отходов, так называемых. То есть это пищевые, органические отходы. Вывоз мусора из двух типов баков производится разным транспортом по специально разработанному графику. Система исключает смешивание отходов. Все они проходят через так называемый сортировочный комплекс. Также особое внимание стоит обратить на опасные отходы, к которым, например, относятся часто используемые в быту батарейки. Их нужно сдавать в экобоксы. В Московской области установлено более 2000 подобных контейнеров. Адреса, где они расположены, можно узнать либо через администрацию, либо обратившись в управляющую компанию. А вот на сайте регионального оператора компании «Хартия» любой житель, в случае, если он не знает, к какой мусорной контейнерной площадке привязан его дом, может почерпнуть всю необходимую для себя информацию. Для этого там создана интерактивная карта. В режиме, скажем так, реального времени на карте будут отображаться ближайшие контейнерные площадки. И еще будут отображаться иконки, какие контейнера установлены на какой контейнерной площадке. То есть там будет понимание, что это для крупногабаритных отходов бункер установлен, либо контейнер для раздельно собранных отходов, либо для твердокоммунальных отходов. Сортируйте отходы, берегите природу. Именно с таким лозунгом мусоровывозящая компания призывает жителей Щелковского городского округа правильно выкидывать мусор. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.